Привет-привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня обзор новинок из каталога Oriflame номер 1. И я вам покажу массажер для губ отшелушивающий и два новых мультифункциональных бальзама с SPF 25, и мне уже самой не терпится это все попробовать. Вот так выглядит отшелушивающий массажер для губ, такой напалечник. Он приходит в пакетике, все запечатано, и есть линия надрыва. Я аккуратненько разрываю, достаю. Здесь есть инструкция, кстати, как пользоваться, и написано, что просто нужно одеть на пальчик, вот так вот одеть на пальчик. Так смешно, забавно, можно играть с детками в какую-нибудь игру, забавно. Здесь, ой, какие мягенькие силиконовые щетинки, их и щетинками трудно назвать, такие мягенькие прелестные щекотульки. И я сейчас попробую, как это отшелушивает губы. Правда щекотно. Так забавно. Честно говоря, я не представляю, как это может отшелушить, но однозначно то, что это будет массаж, и при том, что очень приятный, улучшится кровообращение кожи вокруг губ и вокруг губ, потому что зачастую с возрастом тут появляются морщинки вокруг губ, и кожа как бы, ну, становится такая вот обезвоженная. А если делать массаж, ой, как приятно. Слушай, на первое ощущение очень щекотно. А я еще хочу попробовать сделать это с бальзамом. Сначала сделаем с бальзамом абрикосовым, просто ради интереса я делаю такие маленькие эксперименты всегда. Наношу небольшое количество бальзама на губы, чуть-чуть побольше, потому что у меня просто такая аналогия: когда мы делаем массаж, мы используем либо массажный крем, либо массажное масло. Когда мы делаем массаж губ, то почему бы не использовать тоже какое-нибудь мягенькое средство? И пахнет так вкусно. Надеюсь, вы себе взяли такой бальзам. Не я одна с таким вкусняшким. Ну-ка. А так интереснее. Слушайте, приятно, очень прикольно. Помою его и все. Но вот сказать, что у меня что-то отшелушилось, конечно, нет, однозначно. У меня и так губы были не в шелушках, но то, что они стали более яркие, я их потерла, однозначно это стало как бы прикольно. Сейчас попробуем новенькие бальзамы. Они приходят в красивых белых коробочках, АЗ бальзамы, кстати, и два оттенка — персиковый и розовый. Меня, конечно, больше интересует персиковый, потому что я сейчас больше использую такие теплые, наоборот, оттенки, чем холодные. Вот два цвета, вот такие вот они красивые. Сейчас будем пробовать на губах. Я начну с розового, а потом попробуем персиковый. Запах. У меня у мамы помада так пахла. Ностальгия. Кто-нибудь таскал у мамы косметика? Он очень бледненький, приятный розовый оттенок. Я боялась, что он будет вот такой вот яркий, тогда его невозможно будет красить постоянно. А так как это бальзам, если сравнивать с BB бальзамом, который у нас был до этого, с клубничным ароматом, то он давал сразу легкий оттенок персика, и прям губы блестели, и чувствовалось увлажнение сразу. Здесь немножко пока непонятно. Однозначно приятно, очень приятно. Этот запах меня прям преследует, сразу ассоциации такие детские. Мягенький, красивый. Хочу попробовать персиковый. Мне прям не терпится персик, потому что я его, во-первых, себе хочу заказать, а во-вторых, просто интересно, какой это будет цвет. Этот удаляем. Легко удаляется абсолютно. Губки такие мягенькие-мягенькие. И пробую персик. Очень светленький, то, что надо. То есть
не то что чтобы это был заменить помаду, нет, но вот я очень люблю иногда такие вот губы, что были незаметные, может просто вот вышла на прогулку, на пляж, мне не нужны яркие губы, а с SPF 25 однозначно это будет очень популярный продукт, на губах лежит приятно, вообще невесомое, прям ничего лишнего и комфортно. Но у меня не были губы сухие, но все равно видно, что они лучше расправились, даже вот прошло всего минутка, наверное, как я ими стала пользоваться, бальзамчиками, а губы стали значительно мягче и пышнее, а с этой штукой думаю, что они будут еще круче, так что я себе точно закажу. А вы? Интересно, пишите. Если видео полезно, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях и также просто пишите свои отзывы и давайте обратную связь. До новых встреч, с вами была Лилия Донского, пока-пока. Все готово. Че, видео снимай? Ну-ка, выключи, немедленно. Выключи, выключи, выключи. Точно? Ты что, опять видео снимаешь? Блин, ну видишь, ну...